Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщила Минобороны. Оба пилота катапультировались, их судьба неизвестна. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, сказали в военном ведомстве. Место падения самолета обнаружено, парашюты летчиков с поискового вертолета пока не заметили. На место направят наземный поисково-спасательный отряд.